이어서 해가의 미카엔, 해가의 블라디미르 사장님 승급 증서 수여 받으시겠습니다. 네, 회원번호 1186-2218. 회원 성명 해가의 미카엔, 해가의 블라디미르. 이하 내용은 같습니다. 2019년 8월 20일 애터미 주식회사 회장 박한길. 네, 축하드립니다. 승급 프로모션은 현금 200만원 네 받으셨습니다. 네, 꽃다발 받으시고요. 해외여행 3박 4일 직계가족 여행권 2매 함께 사진 촬영하시도록 하겠습니다. 네, 하나 둘 셋 네 축하드립니다. 네, 이제 샤론로즈 마스터로 승급하신 모든 회원님들의 이름을 화면에 띄움과 동시에 한 분 한 분 무대로 모셔서 꽃다발과 함께 기념 단체 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 모든 뉴 샤론로즈 마스터님들 무대로 모시는 동안 미래의 내 모습이라고 생각하고 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 네, 회장님께서 한 분 한 분 축하해드리면서 무대로 모시고 있습니다. 네, 이 자리를 얼마나 꿈꾸셨을까요? 네, 저번 달에 이어서 이번 달에도 이렇게 많은 분들이 뉴 샤론로즈 마스터로 탄생을 하셨습니다. 네, 오늘따라 더욱더 무대가 멋진 것 같아요. 네, 회장님 자리해주시고요. 네, 가운데로 모셨습니다. 네, 자리를 한번 잡아봐 주시고요. 승급 배너와 함께 사진 촬영 멋지게 한번 해보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 애터미! 네, 축하드립니다. 안녕하십니까? 우리는 카자흐스탄 뉴 샤론로즈 마스터 해가의 블라디미르와 미카입니다. Мы хотим рассказать о нашей истории успеха. Иногда было вам грустно. Наш сын болел сильно. И 4 года тому назад мы попали в Корею из-за нашего сына. Мы все возможное сделали ради нашего сына. Но, однако, к сожалению, наш сын умер. Семья для нас очень важная. И нам было грустно. Через 6 месяцев наша дочка родилась. Но у нас рана осталась в сердце. Как же мы должны были прожить после этого? Мы искали на протяжении года решение этих проблем. Сложно было жить в Корее. Поэтому в 6 утра мы ходили на работу и в 11 ночи приходили домой. Таким образом, очень много же стресса вы можете получить. Нам было очень сложно. В прошлом году мы встретились с Атоми. Мы просто хотели использовать продукцию. Но благодаря моей жене я полюбил продукцию и маркетинг, и компанию мы полюбили. И вместе мы решили заняться этим бизнесом. И мы верили, что мы достигнем успеха. Сейчас у нас новая семья. Самые ценные спонсора из Казахстана, из России, из Кореи. Не просто спонсора, но наша семья. Если мы так будем жить вместе со своей семьей, если будем работать, мы же можем хорошо жить, счастливой жизнью жить. Поэтому наша жизнь поменялась. Сейчас мы живем счастливой жизнью. Если есть у вас грустные ситуации, пожалуйста, в правильное русло всю свою энергию направьте. Мы направили в эти русла Атоми, и Атоми меняет, изменяет вашу жизнь.
До этого датами мы не занимались бизнесом никаким, никаким сетевым маркетингом. Я преподаю русский язык, а моя жена английский язык. Поэтому вы тоже все сможете. Потому что Atomy — это специальный, особенный инструмент. Все, кто, у кого даже нету навыков, смогут достигнуть успеха. Для вашего успеха, если вы будете верить и действительно будете желать и прилагать усилия, и мы хотим войти в лидерский клуб, где 10 тысяч людей. Я Вова, а меня зовут Мика. Мы Atomy. Представитель, и она очень красивая. Atomy, с Atomy мы смогли приобрести новую семью. Аплодисменты еще раз.